Здравствуйте! С вами онлайн-школа Академика и я, Евгения Банник. В данном видеоуроке мы рассмотрим основные этапы в изучении и рисовании головы человека. Я выполню три рисунка, которые являются важными этапами в изучении головы. Начну с рисунка черепа, поскольку основу пропорций головы человека составляет именно ее костная основа, то есть череп. Следующим рисунком будет конструктивный рисунок головы. Принцип конструктивного рисунка является одним из наиболее важных при изучении головы человека и вообще любой другой формы. И третьим завершающим этапом будет полноценный реалистичный портрет человека, выполненный в академической манере. Также в этом видеоуроке я расскажу про основные этапы при рисовании каждого из этих рисунков. Если же вам интересна данная тематика и вы хотите научиться рисовать такие же выразительные и эффектные портреты, то записывайтесь на наши курсы, посвященные этой тематике, где мы все подробно и поэтапно разбираем. Ссылку на наши курсы вы можете найти в описании к этому видео. Если у вас уже есть определенные навыки в рисовании портрета, в процессе просмотра данного видео вы можете потренироваться выполнять подобные рисунки вместе со мной. Я буду работать на тонированной бумаге мягким материалом. В данном случае это будет светлая сепия в карандаше. Ну и дополнительно мне потребуется также ластик и клячка. Вы также можете использовать любые комфортные для вас материалы. Ну что ж, давайте перейдем к нашему уроку. Итак, самый первый этап – это определение базовых пропорций, то есть соотношение высоты и ширины головы. Так как мы рисуем череп, то эти параметры будут взяты с учетом шапки волос. Ее, конечно, не так много, но тем не менее стоит этот момент учитывать. Так как он незначительный, то можно при уточнении пропорций этот момент скорректировать и подправить. Можно даже нарисовать визуально голову, как мы видим, и потом уже уточнить, как будет встраиваться, образно говоря, в нее череп. Итак, начинаем с базовых пропорций. Здесь действует правило от наброска, то есть в первую очередь мы доверяем своему глазу, а потом мы можем проверить при помощи карандаша, визирования или даже линейки, для того, чтобы проверить, насколько точно мы взяли эти параметры. При обозначении пропорций мы ориентируемся на наиболее выступающие точки на голове человека. При таком ракурсе наиболее выступающими точками по горизонтали будет скуловая косточка слева и затылок справа. Естественно, ухо немножко выступает за пределы затылка, но мы не учитываем этот момент в данном рисунке. Что касается верхней и нижней части, то это будет макушка головы и основание подбородка. Также при обозначении силуэта головы я ориентируюсь, помимо скуловой косточки, на направление лба и, соответственно, глазницы. Направление от скуловой косточки к подбородку, насколько оно будет уходить внутрь формы. Направление челюсти и форма затылка. Верхняя часть головы достаточно скругленная, поэтому для начала можно просто показать форме такого вот полукруга. И уже на этом этапе мы можем обозначить среднюю линию и фронтальную и боковые части. Опять же, пока приблизительно. В дальнейшем мы будем уточнять каждую из этих пропорций. За основу я беру центральную линию лба и центральную точку подбородка. И пока что просто соединяю их плавной линией. Естественно, что нижняя часть чуть-чуть выступает вперед, поэтому эта линия будет не прямая, а немножко с наклоном. Что касается фронтальной и боковой частей, то я их отмечаю по наиболее выступающей точке скулы. Опять же, на этом этапе я показываю это приблизительно. И для ориентира могу проверить расстояние от затылка до этой точки и от этой точки
до крайней точки слева. Теперь для того, чтобы уточнить пропорции, нам нужно найти центральную горизонтальную ось. И мы можем посмотреть, на какую область она будет приходиться. Чаще всего она проходит посередине глаз. Эта линия будет для нас основной горизонтальной осью, от которой мы будем уточнять остальные горизонтальные оси, которые будут образовывать базовые пропорции черепа. Также одной из наиболее важных опорных точек будет для нас область переносия. По ней мы можем проверять и вертикальную ось, и горизонтальную. И горизонтальная ось, которая в данном случае у меня расположена строго по центру, будет чуть ниже области переносия. У некоторых людей она может совпадать с областью переносия. Относительно этой точки мы можем проверить положение центральной вертикальной оси. На этом этапе важно проверить базовые пропорции. И если они более-менее верны, то можно перейти к обозначению базовых третей, которые будут проходить по наиболее выступающей точке надбровья, по основанию носа, и в данном случае по основанию роста волос, то есть чуть выше лобных бугров. В классических пропорциях эти трети будут равны. Мы можем проверить, насколько они будут симметричны на конкретной модели. В данном случае верхняя треть будет чуть больше нижних двух. И далее, для того, чтобы наметить основные опорные точки и обозначить фронтальную и боковую части черепа, нам важно обозначить область лобных бугров и область скул. Область скул намечаем по наиболее выступающей точке, которая будет приходиться примерно на середину расстояния от центральной горизонтальной оси и основания носа. Также в соответствии с ракурсом обозначаем крайнюю правую точку этой области. То же самое касается лобных бугров. Эта область идет чуть ниже основания роста волос, примерно на трети расстояния от верхней границы до области наиболее выступающих точек переносия. Опять же, вы можете проверить это расстояние при помощи карандаша или линейки. Далее намечаем крайние точки надбровья, область глазниц и полость носа. На этом этапе мы можем уточнить силуэт профильной линии и обозначить область надбровья. Каждая область будет симметрична относительно центральной оси, поэтому проверить точность этой линии очень важно. И проверяйте ее на каждом этапе, чтобы избежать дальнейших ошибок. Теперь можно более точно наметить область глазниц, которая достаточно хорошо видна, если мы посмотрим на нашу модель. И эта область имеет форму своего рода скругленных прямоугольников, которые немножко вытянуты по диагональной оси. Здесь для нас очень важна область перехода глазницы в скуловую косточку и область надглазничного края. Также обязательно проверяем симметрию этих областей относительно центральной линии. Далее более внимательно обозначим область скул и носовую полость. Костная часть носа по спинке носа будет занимать примерно треть этого расстояния. И мы можем ориентироваться на наиболее выступающую точку. Чаще всего здесь есть некоторое расширение, либо горбинка на носу, которая нам показывает положение основания носовой полости сверху. И естественно, что верхняя часть носа будет немного перекрывать дальнюю глазницу, создавая тем самым такое более ровное прямое направление. Что касается скуловых костей, то нижняя их граница будет соответствовать нижней границе полости носа.
И здесь важно обозначить боковую часть скуловой косточки. Уходить оно будет к основанию уха, то есть к слуховому отверстию. Опять же, если мы ориентируемся на живую модель, это достаточно наглядно видно. Здесь мы можем проверить положение этой точки относительно дальней части черепа, а также показать направление нижней челюсти, которая будет уходить как раз из этой точки, которая будет приходиться на слуховое отверстие. Естественно, что для того, чтобы нарисовать области, которых мы не видим на живой модели, нужно хорошо представлять, каково строение черепа в этой области. Но ориентироваться при изображении, в частности, носовой полости, мы можем на основании ноздри, которая будет идти чуть дальше основания полости носа. Также на каждом этапе я проверяю положение центральной оси и сравниваю все пропорции с базовыми. Возможно, на этом этапе нужно будет немножко скорректировать форму тех или иных частей. Ну и для того, чтобы это было более точно, мы можем обозначить более внимательно дальнюю часть головы. Здесь более внимательно остановимся на мозговой части черепа. И самый главный момент – это верно обозначить соотношение фронтальной, то есть лобной части, и боковой, которая будет представлена височной областью и теменными буграми, которые будут находиться уже в дальней части головы при таком ракурсе. Естественно, за счет волос мы видим чуть меньше этой области на черепе. Для того, чтобы показать области, которые уходят в глубину, в данном случае это глазницы, носовая полость и височная область внизу. Чтобы показать, что эти области находятся внутри, я добавлю немного тона. Область скуловых косточек на переходе к верхней челюсти также имеет явно выраженное углубление. Так что здесь я также добавлю тон. И далее более внимательно разберемся с нижней частью, которая представлена челюстями. В данном случае нам важно уточнить профильную линию и наметить основные оси. Основными опорными точками будет служить линия смыкания челюстей, которая проходит по линии смыкания губ, и основание подбородка, которое также мы можем довольно наглядно наблюдать, если посмотрим на модель. Ну и следующий важный момент – это форма нижней челюсти. Здесь мы ориентируемся на ширину подбородка и на угол нижней челюсти, который также мы можем наблюдать, посмотрев на модель. Но здесь есть важный момент, так как за счет объема мышц, а жевательные мышцы имеют довольно выраженный объем, на черепе мы будем наблюдать гораздо меньшее количество данной области. Для того, чтобы точнее ориентироваться, я немножко покажу область шеи. И далее можно более внимательно уточнить область челюстей. Опорные точки основные у меня уже есть, я могу их проверить относительно центральной оси. И начнем с области смыкания челюстей. Данная область, если мы будем рассматривать череп, будет представлена таким своего рода шаром, то есть скругленная форма, которая имеет выступ относительно вертикальной оси и относительно горизонтальной. То есть всю область челюстей можно представить в виде такого вот шарика. Ну и нижняя челюсть – это отдельная форма, отдельная косточка, которая прикрепляется под скуловой косточкой к черепу и смыкается с верхней челюстью, как раз образуя вот это вот скругление. Так обозначим эти моменты в своем рисунке. Для того, чтобы наглядно показать изменение формы челюсти,
то есть вот эту вот подкову, этот изгиб, нам также важно показать границу между фронтальной и боковыми плоскостями, которые будут проходить по области клыков. Найти мы их можем, если мы проведем ось от клыковой ямки, которая находится чуть дальше основания носа, либо мы можем ориентироваться на внутренний уголок глазного яблока. Область подбородка также очень важна в пластическом значении, поэтому обязательно показываем верхнюю, нижние границы подбородка, ширину подбородка относительно центральной оси и его форму, которая на черепе имеет форму такого своего рода треугольника, который немножко прогибается в верхних частях. Также более внимательно обозначим область смыкания челюстей за счет прикуса. Чаще всего верхняя часть немножко наступает на нижнюю. И в таком случае по количеству зубов верхняя часть для нас также будет больше, нежели нижняя. Но поскольку, как я уже сказала, это зависит от прикуса, данный параметр может быть и немного другим. При рисовании нижней челюсти обращайте внимание на три основных плоскости, которые будут представлены областью подбородка, то есть фронтальная часть, областью тела нижней челюсти, боковая сторона, и ветвь нижней челюсти, которая будет идти по направлению вверх. Важно верно показать эти направления и характерные особенности конкретной модели, поскольку угол нижней челюсти у каждого человека индивидуален. И при рисовании отдельных деталей обязательно сопоставляйте их пропорциями с общими пропорциями головы. Возможно, в процессе рисунка вы обнаружите какие-то ошибки, которые необходимо вовремя исправлять и не зацикливаться на рисовании какой-то отдельной части. Постепенно мы более детально уточняем каждую форму, проверяя на предмет ошибок и соотнося с центральной линией головы и общими пропорциями. Что касается объема шеи, то он представлен в основном мышцами, поэтому я схематично покажу основные направления мышц. И наиболее важное пластическое значение будут иметь грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Такое название не имеют, поскольку прикрепляются верхней частью к сосцевидному отростку черепа, который представлен в виде такой вот скругленной формы. И в нижней центральной части они прикрепляются к грудине и ключице, которые идут симметрично относительно центральной оси. Но подробно мы не будем останавливаться на этой теме, поэтому я ограничусь таким кратким комментарием. Итак, при рисовании черепа мы опираемся на те опорные точки, которые можем наблюдать на живой голове. Череп представляет собой основу пропорций головы человека. Поэтому при рисовании портрета очень важно знать строение черепа. И для того, чтобы наглядно продемонстрировать, как все эти формы будут отражены на голове человека, я выполню второй рисунок, который будет являться конструктивным. То есть в нем я покажу плоскости, которые будут отражать особенности формы. Конструктивное рисование головы является одним из важных этапов при изучении головы человека. Поэтому пропускать этот этап я не рекомендую. Ну что ж, перейдем к следующей схеме. Для начала нам также важно обозначить основные пропорции, то есть соотношение высоты и ширины головы по наиболее выступающим точкам. На первом этапе, этапе наброска, мы можем максимально упрощать видимую форму и в дальнейшем при необходимости ее корректировать. Помимо базовых пропорций, старайтесь верно взять форму головы человека, которая также очень индивидуальна. Здесь я ориентируюсь на направление лба, направление челюсти, форму затылка, которую, как я уже говорила ранее, имеет практически такую вот форму полусферы. Поэтому большого значения она для нас не представляет. А вот касаемо профильной линии, очень важно найти верный наклон. И здесь мы можем уже обозначить центральную ось симметрии. Далее обозначим горизонтальную центральную ось, которая будет проходить по середине глаз.
Следим за тем, чтобы оси были ровными и параллельны друг другу. Область переносия на данной конкретной модели будет идти чуть выше уровня глаз, и как ориентир для уточнения центральной линии по вертикали мы также наметим эту область. И теперь, чтобы уточнить более внимательно базовые пропорции, я обозначу основные горизонтали, которые будут соответствовать базовым третям. И ориентируясь на них, я уже могу показать количество дальней половины головы и ближней, для того, чтобы скорректировать центральную ось и пропорции головы. Также помимо базовых третей важно обязательно обозначить линию скул. Относительно линии скул мы можем обозначить количество фронтальной и боковой части головы, а также показать наиболее выступающие точки головы по горизонтали. В данном случае левая половинка будет как раз приходиться на скуловую косточку. Здесь очень важно верно обозначить дальнюю и ближнюю точки скул, поскольку они будут являться основными опорными точками, ориентируясь на которые, мы можем верно обозначить количество ближней и дальней половины головы. И в соответствии с выбранным ракурсом отмечаем основные опорные точки на обозначенных осях. Особое внимание следует уделить таким опорным точкам, которые соответствуют надглазничному краю, как я уже сказала, выступающим точкам скул, ширина подбородка и перелом в форме нижней челюсти. Также важно обозначить височную линию. Также для того, чтобы уточнить форму центральной оси симметрии, обозначим основные опорные точки на базовых третях. Внутри лба это будут лобные бугры и надбровные дуги, то есть их основание – наиболее выступающая часть. В центральной части для нас важна опорная точка переносия и направление носа, а также его основание. И в нижней части для нас будет важна область смыкания челюстей и область основания подбородка. Итак, обозначим эти области. Относительно заданных горизонталей можно более верно обозначить угол лба, направление носа и переход носа к подбородку, каков будет профильный угол. Также обозначим, насколько будет выступать кончик носа относительно его нижней центральной части. Также на этом этапе можно уже обозначить пирамидку носа, для того, чтобы ориентироваться в базовых расстояниях. Также относительно носа мы можем наметить расстояние между глаз и показать переход от надглазничной области к скуловым косточкам. Здесь самое главное верно обозначить основные опорные точки. И на первом этапе мы можем не прорисовывать все подробности, а соединить опорные точки для того, чтобы показать базовые пропорции. В данном случае это фронтальные и боковые части головы. Здесь нам важно уточнить количество фронтальной и боковой части, сколько мы будем видеть той или иной при выбранном ракурсе. И для этих целей нам может также помочь обозначение шапки волос, поскольку чем больше ориентиров у нас будет, тем проще нам будет обозначить базовые пропорции. Здесь лучше упростить все плавные линии до более прямых и ровных. Самое главное взять верные пропорции масс. И здесь мы можем уточнить количество фронтальной и боковой части относительно друг друга, наметить затылок и ухо, как формы, расположенные в данном случае на боковой стороне головы. При рисовании уха ориентируемся на пропорции центральной трети головы и соотносим их друг с другом. В данном случае ухо занимает чуть меньше пространства центральной трети, то есть находится чуть ниже выступающей точки надбровья. Однако нижняя граница уха совпадает с основанием носа, что является классикой.
Также на этом этапе очень важно уточнить форму и направление скуловой косточки и форму нижней челюсти, то есть направление ее ветви и угол. За счет объема жевательной мышцы, которая огибает ветвь нижней челюсти, здесь будет появляться дополнительный объем и, соответственно, дополнительная плоскость, которую обязательно нужно обозначить в своем рисунке. Также за счет объема здесь будет появляться нижняя плоскость, которую мы также будем немножко видеть при рассмотрении этого ракурса. Также я покажу направление шеи и ее центральную ось. Также для того, чтобы показать портретное сходство, мы можем выделить характерные плоскости для конкретной модели. Они будут зависеть от формы частей головы. В данном случае это будут базовые формы, такие как лоб, скулы и челюсть. И если мы внимательно посмотрим на модель, то мы видим, что в верхней части переход от фронтальной части к боковой достаточно плавный. То есть височная область имеет достаточно выраженный объем. И мы можем показать этот момент схематично в своем конструктивном рисунке. Для этого я добавлю дополнительные плоскости, которые будут переходными между фронтальной и боковой частями. Здесь я буду опираться также на основные опорные точки, которые представлены на лобной области. В данном случае это лобные бугры и выступающая область надбровья. При рисовании конструкции очень важно показывать направление осей или так называемых сечений. И для того, чтобы не запутаться во всех этих осях, показывайте только самые важные направления. В данном случае я провела дополнительное сечение, которое будет проходить по наиболее выступающим точкам лобных бугров и переходить на височную область. За счет такой характерной скругленной линии я показала, что височная область имеет выраженный объем. Также я могу добавить легкий тон для того, чтобы подчеркнуть особенности перепадов плоскостей. Итак, я уточнила конструкцию и пропорции верхней части головы. Но очень важно при уточнении пропорций ориентироваться на общую форму головы и сверять крупные массы. И в случае обнаружения ошибок вовремя их исправлять. И если базовые пропорции взяты верно, мы можем сосредоточиться на уточнении деталей. И теперь я более внимательно покажу переход фронтальной и боковой части в нижней части головы. Одной из наиболее важных областей в пластическом значении будет все та же скуловая косточка. Поэтому сосредоточим свое внимание на этой области. И если мы посмотрим на модель, то мы видим, что в данном случае явно заметна впадина, которая находится под скуловой косточкой. Более явно эта форма представлена на черепе. Эта впадина под скуловой косточкой представлена на черепе каждого человека. Однако, за счет того, что она заполнена мягкими тканями, мы далеко не всегда можем ее наблюдать на лице. Но у нашей модели эта ямка явно заметна, поэтому мы можем показать ее в виде дополнительной плоскости. В данном случае подчеркнув характерный выступ жевательного мускула, который будет задавать дополнительный объем на боковой стороне головы. Также обозначим фронтальную и боковую области смыкания челюстей. Как я уже говорила на примере черепа, этот перелом формы проходит по клыкам. Если мы проведем ось вверх, то она будет соответствовать примерно началу глазного яблока. Также мы можем ориентироваться на начало ноздри. Оно практически будет соответствовать этой же оси. Также я покажу характерный выступ подбородка за счет обозначения условных плоскостей. Здесь мы можем выделить достаточно большое количество плоскостей, либо просто показать это скругленной формой. Самое главное – показать характерный выступ. Как видите, на данном этапе конструктивный рисунок головы очень напоминает конструктивный рисунок черепа, за исключением области глаз и области носа. Поэтому сосредоточимся на этих формах более подробно. Итак, при рассмотрении области глаз очень важно верно обозначить область переносия и надбровья, а также переход к скуловым косточкам.
У данной модели область надбровья представлена недостаточно выражена. Тем не менее, мы можем выделить минимум плоскостей – верхнюю и нижнюю, показав характерный выступ. И также важно понимать при рисовании этой области, особенно при рисовании области глаз, то, что глаза находятся внутри глазниц, а глазницы – это погруженное внутрь пространство. Наиболее важную роль здесь играет верхняя часть глазниц, поскольку нижняя чаще всего более плавно переходит в лицевую часть. И здесь я пока не буду заострять внимание на рисовании глаз, поскольку они находятся внутри большой формы, то есть внутри глазниц. И сосредоточу внимание на форме носа и челюстей. И начну я с пирамидки носа. Итак, что касается носа, то верхняя его часть, примерно верхняя треть, представлена костной основой. Нижняя же две трети составляет хрящевое парное образование, которое имеет характерные особенности. Здесь мы можем выделить спинку носа, боковую сторону носа, а также кончик носа, который имеет довольно скругленную форму и по бокам ограничен ноздрями, которые также можно разбить на некоторое количество плоскостей. Но прежде чем внимательно прорисовывать эту область, важно представить общую форму, максимально упрощенную. В данном случае основой будет наличие верхней фронтальной и боковой части носа. Боковая область носа немножко выступает в сторону в своей центральной части. Нижняя же часть пирамидки носа имеет также выраженную плоскость, которую также необходимо показать в конструкции. Ноздревая впадина будет находиться на этой нижней плоскости. Поэтому прежде чем рисовать впадины ноздрей, обязательно покажите нижнюю плоскость носа. Для того, чтобы подчеркнуть то, что эта область уходит вниз, мы можем добавить тон и показать здесь тень. Также при рисовании нижней части носа уделите внимание области кончика носа и области ноздрей. Очень важно разделить эти области между собой и показать их характерную форму за счет выделения некоторого количества плоскостей. Их может быть больше или меньше, так или иначе, важно обозначить их в своем рисунке. И теперь можно сосредоточить внимание на области челюстей. В данном случае мы показали перелом фронтальной и боковой части, который проходит по наиболее выступающей точке скул. И теперь нам важно показать переход от скулы к верхней челюсти. Если на черепе в этой области присутствует явная впадина, то есть мы посмотрим на живую голову, то мы видим более плавный переход от этих областей. И если мы будем выделять некоторое количество плоскостей, то их в первую очередь стоит показать две. А именно, более ровную плоскость скулы и более выступающую вперед область челюсти. Местом стыка этих плоскостей будет носогубная складка, которая уходит в основание ноздри. Также обозначим центральную линию губ и границы области губ. И здесь я не могу не сказать о том, что губы – это не только их внутренняя часть, которую мы, собственно, и привыкли называть губами, а вся область от основания носа до основания подбородка. Что касается боковых границ этой области, то они будут выходить за пределы уголка рта и совпадать примерно с внешним уголком глаза по вертикальной оси. Эта область имеет достаточно скругленную форму, но мы можем выделить хотя бы 2 или 3 плоскости для того, чтобы показать это конструктивно. И характерную впадину под скуловой косточкой мы можем также представить в виде отдельной плоскости, уходящей внутрь. Также не забываем про симметрию и обозначаем эти области на каждой из сторон. Если верхнюю часть будет удобно разделить на 3 плоскости, выделив узкую центральную часть перехода от носа к верхней губе, то в нижней части мы можем показать 2 основные плоскости, одна из которых будет соответствовать симметрично области подбородка, и вторая будет боковой. Итак, я разобрала основные плоскости. Повторю, что их может быть как большее, так и меньшее количество. Самое главное – делать их согласно с формой и каждое изменение формы отражать в своем конструктивном рисунке. И осталось более подробно рассмотреть область глаз. Как я уже сказала ранее, глаза представляют собой глазное яблоко, которое помещается внутрь глазниц и, скажем так, обтягивается сверху веками, то есть такими тонкими кожными пластинками. Поэтому при рисовании глаз
уделяем первостепенное значение конструктивному рисунку надбровья, переносья и той области, которая окружает, собственно, глаза. Ну и здесь важно понимать, что эта область на черепе человека представлена как глазницы, то есть впадины. Так или иначе, она будет погружаться внутрь в соответствии с этой формой. Ну и внутри этих глазниц обозначим глаза. Здесь важно, во-первых, учитывать пропорции и характерные особенности конкретной модели. Глазное яблоко относительно всей области глазницы не очень большое и занимает, безусловно, не все это пространство. Мы можем ориентироваться на форму век и на область слизняка, то есть внутреннего уголка глаза, в котором обычно очень хорошо заметна вот эта вот форма глазного яблока, то есть некоторое скругление. Также при рисовании глазного яблока обязательно намечайте центральную ось, которая будет являться осью по направлению взгляда. То есть за основу мы можем взять середину зрачка. Естественно, что эти оси будут идти не ровно, а закругляться по форме глазного яблока. Далее, при обозначении век, мы ориентируемся на направление уголков глаз. Внутренние и внешние уголки глаза могут находиться на разной оси. То есть внутренний и внешний уголок глаза могут находиться на одной горизонтали, повторяющей все горизонтальные оси головы, а может этот угол смещаться от горизонтали в ту или другую сторону. Например, внутренний уголок глаза может быть как поднят чуть-чуть вверх относительно горизонтали, так и опущен немного вниз. В данном случае мы наблюдаем практически ровную линию, поэтому ориентируемся на базовую горизонталь. В первую очередь обозначаем внутреннюю часть верхнего века. При рисовании век эта область является основной. Также веко будет иметь характерный выступ, соответствующий радужке глаза. Поэтому очень важно намечать центральную ось, проходящую по середину зрачка. При рисовании нижнего века стоит учитывать тот момент, что оно уходит немножко внутрь, под верхнее. Также в первую очередь обозначаем внутреннюю границу века. Дополнительно мы можем показать толщину, но в данном случае у меня относительно небольшая схема, поэтому толщину века я могу показать за счет ширины линии. Что касается нижней границы нижнего века, то она может практически отсутствовать на лице. В данном случае мы наблюдаем ее достаточно явно. Все это время я оставляла без внимания область уха, и пришло время разобраться с ней более подробно. Итак, самое главное, что нужно знать при рисовании уха, то что эта плоскость будет находиться в другом направлении, нежели плоскость нижней челюсти, либо скулы. И в первую очередь важно верно взять пропорции уха, то есть соотношение высоты и ширины. И направление прикрепления уха будет соответствовать направлению ветви нижней челюсти. Итак, если мы проследим за направлением скуловой косточки, то дальняя ее часть будет уходить как раз-таки в область уха и отделять для нас слуховое отверстие от боковой стороны головы. В данном случае эта область будет представлена такой формой, как козелок. Он находится в центральной части уха и представляет собой такое небольшое возвышение, которое ограничивает, собственно, ухо от боковой части головы. В верхней части уха будет явно выражен основной завиток, который будет расширяться в основании и сужаться на дальней части уха. Нижняя его дальняя граница будет являться основанием мочки, которая находится в нижней трети уха. От мочки вверх идет характерный выступ, который еще называется противокозелок, поскольку он лежит напротив козелка. Центральную часть уха занимает характерная впадина, которая отделяется с внешней стороны характерным завитком, который в верхней части раздваивается, образуя характерную вилку. Пропорции могут быть различные у разных людей. Самое главное, что эта форма имеет характерный выступ и, соответственно, впадину. Этот завиток находится во внутренней части уха, поэтому важно показать его границы, которые будут находиться в тени.
Здесь мы также можем выделить большее либо меньшее количество плоскостей. Самое главное, чтобы они отражали форму. Здесь я не буду останавливаться подробно на конструктивном рисунке уха. Самое главное – это следить за основными направлениями и понимать строение этой формы. Ну и обозначу немножко область шеи. Как я уже упомянула ранее, пластику шеи составляют в основном мышцы, а также характерный хрящ, находящийся в центральной области шеи. У мужчин он имеет характерный выступ, именуемый кадыком. При рисовании шеи самое главное наметить основной цилиндр шеи, а уже внутри него выделить данные области. Итак, для начала обозначим центральную линию. Для того, чтобы отделить центральную часть от боковых, нам важно наметить направление грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Эти мышцы, имеющие столь длинное и необычное название, играют очень важную роль в пластике шеи, поэтому их необходимо намечать, если вы рисуете портрет вместе с плечевым поясом. Направление данных мышц идет по диагонали через боковую сторону шеи. Крепятся они к сосцевидному отростку черепа, находящимся в области уха. И в нижней части, как я уже говорила ранее, они крепятся к грудине, которая идет по центру торса, и к ключицам, которые идут по диагонали от центра к спине. Здесь я схематично обозначу эти направления, поскольку самое главное – это показать направление мышц шеи. Эти мышцы имеют более выраженный объем в центральной части. В нижней же части они сужаются и образуют своего рода ямку, называющейся еремной. И в образовавшемся треугольничке на центральной части шеи мы можем выделить характерную форму, которая представлена хрящом. Здесь я не буду выделять плоскости на данной форме, покажу лишь, что это скругленная форма, которая имеет явно выраженный объем и уплощается в нижней части. Центральная область также имеет выраженный объем, в который можно выделить большее количество плоскостей. Так как мы рисуем мужскую модель, здесь мы можем выделить так называемый кадык, то есть характерный выступ в центральной части данной области. Итак, я выполнила конструктивный рисунок головы для того, чтобы показать характерные плоскости, которые отражают форму головы человека. Повторюсь, что этот этап очень важен при изучении и рисовании головы человека, поскольку он дает представление о форме. А голова человека – это объемная форма, и если мы не будем показывать этот объем в своем рисунке, то рисунок будет плоским и неубедительным. И следующий свой рисунок я сделаю уже более реалистичным и приближенным к живой голове. Но при этом я буду учитывать все те плоскости, которые я внимательно разобрала в данном рисунке. Итак, переходим к третьей части. Здесь я выполню портрет того же самого человека в том же самом ракурсе, только теперь уже такой ближе к реалистическому портрету, хотя он будет не сильно детализированный, без лишних подробностей. Но самое главное, что он будет уже не конструктивный, да, как в предыдущем ракурсе, и череп будет для нас ориентиром, который будет подсказывать, где и какая форма, которая представлена на черепе, как она будет отражаться, собственно, на живом человеке, да, на живой голове. Ну и, опять же, начнем с постепенных, последовательных этапов. И, как всегда, первый этап у нас будет точно таким же, как и в предыдущих двух схемах. То есть мы начинаем с главных пропорций. И если здесь присутствует некоторая прическа, да, или какой-то элемент, может быть, одежды или шеи, мы компонуем все эти формы также сразу в свой рисунок.
Далее намечаем центральную вертикальную ось и основные опорные точки. Также советую сразу обозначать хотя бы приблизительно наличие и количество фронтальной и боковой части головы. Опорными точками будут служить области скул в первую очередь. Ну и также надглазничная область и угол нижней челюсти. А в верхней части головы основным ориентиром при обозначении фронтальной и боковой части будет височная линия. И когда общая форма обозначена, пропорции уточнили, также советую сразу намечать ухо. Далее переходим к уточнению центральной оси и обозначению базовых горизонталей. Повторюсь, что это будет центральная линия глаз и базовые трети. Далее, когда обозначены основные горизонтали, мы можем уточнить пропорции фронтальной части головы и, обозначив основные опорные точки, наметить более точно детали лица. При обозначении глаз обращаем внимание на форму надбровья и надглазничной области, а также на расстояние между глаз, которое мы намечаем за счет уголков глаз. Ну и общая форма, которая представлена формой шарика, которая помещается в глазнице. Не забываем здесь первый этап строения черепа и о том, что эта область у нас погружена в глазницы. Это самый первый этап, который пропускать нельзя, для того, чтобы эта форма была убедительна и для того, чтобы глаза находились на своем месте. Что касается формы носа, здесь мы также ориентируемся на две основные опорные точки. Это область переносия и нижнее основание носа. Относительно этих точек уточняем центральную линию в первую очередь и далее обозначаем количество спинки носа и боковой стороны. Далее, внутри уже этой большой массы, мы можем намечать какие-то более мелкие формы. Далее можно уточнить форму лба и скул и перейти к нижней трети головы. Как видите, этот этап напоминает этап работы с конструктивным рисунком, но при этом вспомогательные линии я делаю более светлыми, без сильного нажима, чтобы в дальнейшем я могла легко их стереть, поскольку они играют вспомогательную роль. Также дополнительно я могу добавить легкий тон, если я уверена в точно найденных пропорциях. Если вы не уверены, проверьте базовые пропорции, соотнесите масштаб лицевой части и боковой стороны головы. И если грубых ошибок в пропорциях не наблюдается, можно понемногу добавлять легкий тон. То, что я делаю в данном случае в области скулы. Ну и далее, как я уже сказала, можно более внимательно разобрать нижнюю треть, а именно наметить основные опорные точки. Центральную линию губ, основание подбородка. И относительно этих опорных точек уточнить
количество ближней и дальней половины лица. При рисовании губ акцент делаем на центральную линию и уголки губ, а также на основание подбородка. Все внутренние формы, внутренняя часть губ будет второстепенной. И в данном случае я намечаю только центральную часть этой области, не акцентируя внимание на всей форме губы, как я это делала в ситуации с конструктивным рисунком. Относительно губ также можно уточнить форму нижней части головы. Уточнить угол нижней челюсти, форму, пропорции, ширину подбородка и насколько он выступает относительно лицевой части. Также я обозначила некоторое количество нижней плоскости головы, которая уходит от подбородка к шее, и сразу увела эту область в некоторый тон, для того, чтобы показать, что эта область будет в тени. Также я немного обозначу область шеи и покажу часть одежды, для того, чтобы плавно завершить эту форму. Можно показать только основание шеи, это зависит от ваших задач. Следующим этапом проверяем пропорции головы, чтобы все было на своих местах. Основные опорные точки находились на, соответственно, пропорционально равном расстоянии относительно центральной линии, для того, чтобы профильный угол соответствовал тому, который мы видим у модели. И если, опять же, все взято верно, то можно перейти к уточнению деталей. И, уточняя детали, можно уже намечать некоторый тон. Помимо тона можно использовать возможности линии. То, что я сейчас показала на примере верхней части головы. Если некоторая область находится в тени, мы можем сделать более широкую и более темную линию. Если какие-то области находятся в свету, линия, соответственно, может быть более светлой и более тонкой. Безусловно, здесь важно умение владеть техническими приемами работы с материалом и поизучать возможности материала, который вы используете. В данном случае сепия дает очень большую вариативность при работе с техникой. При работе с тоном можно использовать как штриховку, так и плавные тушевки. Это зависит от того, каким материалом вы пользуетесь и каких целей вы добиваетесь. Если вы хотите сделать аккуратный, скажем так, академический рисунок с выраженной штриховкой, тогда, если вы хорошо владеете этой техникой, вы можете использовать ее. Если вы недостаточно хорошо владеете штриховкой, тогда лучше использовать обычные тушевки. Для этих целей подойдут либо мягкие карандаши, либо мягкий материал, такой как сепия. Вспомогательные линии не убирайте во время работы. Их можно делать более тонкими, более светлыми. Но они будут служить для вас ориентирами. И если возникнут в процессе работы какие-то ошибки, а это случается довольно часто, вы можете вовремя их подправить, ориентируясь на опорные точки. Также обязательно следите за симметрией. И если вы намечаете правую часть, то также обязательно намечайте и левую. Также, как я уже говорила ранее, при рисовании глаз намечайте центральную ось, по которой будет строиться в дальнейшем радужка глаза. Не увлекайтесь штриховкой и фактурами. Старайтесь, чтобы ваш рисунок все-таки напоминал конструктивный. Все те принципы, которые мы используем в конструктивном рисунке, будут также применимы и при рисовании реалистического портрета живого человека.
Затем лишь исключением, что вспомогательные линии будут более светлыми и более легкими. Их можно не прорисовывать полностью, не обозначать плоскости с выраженными резкими границами, но показывать границы этих плоскостей и намечать опорные точки. Относительно них в дальнейшем будет распределяться тон, который будет соответствовать теням, полутонам либо цветам на данной форме. Также не забывайте про иерархию в портрете и уделяйте внимание более главным вещам. В данном случае в портрете более важными будут глаза, нос, губы. Наиболее сильный контраст и акцент обычно делаются на области глаз. И можно показать этот момент сразу, задать некоторый камертон и показать, что максимально насыщенная тональность и контраст будет именно в области глаз. Но при этом не забывайте, что глаза мы не рассматриваем отдельно, а воспринимаем их как форму шарика, помещенную в глазнице. Также можно отдельно подчеркнуть брови, так как чаще всего на лице человека они проявлены достаточно выраженным тональным контрастом. Но не перестарайтесь, поскольку главные акценты должны идти на перелом плоскостей и на границу между светом и тенью. Если вы работаете мягким материалом, например, сепией, вы можете использовать растушевку для того, чтобы смягчить какие-то штрихи. В качестве растушевки можно использовать какой-то кусочек бумаги или бумажную растушевку, или просто использовать палец. Как видите, я в основном пользуюсь широкой стороной карандаша и не делаю тонких и четких линий. А также пользуюсь растушевкой, но только после того, как я обозначила основные опорные точки при помощи штриха. При работе над своим рисунком я ориентируюсь на выполненную ранее схему конструктивного анализа данной формы, которая очень помогает при рисунке портрета. В зависимости от освещения, какие-то участки на вашем рисунке будут находиться в свету, а какие-то в тени. Старайтесь выставить контрастное и понятное освещение для того, чтобы вы могли наглядно показать эти базовые моменты в освещении. При работе с тенью делайте акцент на границу между светом и тенью. Еще ее называют светоразделом. И плавно высветляйте тени для того, чтобы показать рефлекс. В качестве плавного высветления вы можете также использовать растушевку. Работа с тоном позволяет без использования конструктивных приемов показать особенности той или иной формы. Но для того, чтобы это не был набор случайных пятен, обязательно ориентируйтесь на конструкцию и на те опорные точки, которые мы обозначали в конструктивном рисунке. Безусловно, для того, чтобы верно показать объем, вам необходимы знания о распределении света и теней на формах. И для этих задач вы можете воспользоваться нашим бесплатным курсом, посвященным объему на простых геометрических формах. Ссылку на данный курс вы можете найти под этим видеоуроком. Что касается головы человека, то она представляет собой сложную форму, но распределение света и теней строится по тем же самым принципам, что и на более простых формах. Если вы понимаете конструкцию предмета и умеете работать с простыми геометрическими объектами, то перейти к более сложной форме, такой как голова человека, вам будет гораздо проще, чем без этих знаний и навыков. Даже на этапе детальной проработки рисунка старайтесь сохранять центральную ось симметрии. При рисовании нижней плоскости носа, которая при верхнем или верхнебоковом освещении всегда находится в тени, уделяйте внимание именно границе перелома плоскостей, а не темным ноздрям, которые, конечно же, хочется сделать сразу темными. Самое главное – понимать, что впадины ноздрей будут находиться на нижней плоскости, которая находится в тени. Для того, чтобы тени не смотрелись очень резкими, используйте рефлексы, то есть плавное высветление от границы перелома плоскостей. И можно добавить легкий полутон при помощи все той же растушевки, либо деликатного штриха по форме. Прежде чем переходить к уточнению деталей, обязательно заранее распределите основные тональные пятна внутри рисунка. Это будут тени под глазницами, на нижней плоскости носа, под нижней губой и обычно на верхней губе, также тени под скулами и на нижней плоскости головы при верхнем освещении, даже если оно направлено с левой либо правой стороны.
При этом обращайте внимание на то, какие плоскости будут более темными относительно друг друга. Когда основные тональные пятна распределены, можно переходить к постепенному уточнению деталей с акцентом на главное, в данном случае на глаза. При рисовании парных элементов, таких как глаза, следите за симметрией и за тем, чтобы дальняя часть не была прорисована более контрастно и четко, чем ближняя. В данном случае дальний глаз будет менее контрастным по отношению к ближнему. Но старайтесь, чтобы эта разница не была слишком большой, иначе может возникнуть ощущение, что вы просто не доделали рисунок. Также не забывайте про большую массу. И если глаза находятся в тени при верхнем освещении, не вырисовывайте их отдельно от большой формы и подчиняйте одно другому. Когда отдельные части лица сделаны более детально, важно переключить внимание на общую форму и расставить недостающие контрасты. Помимо теней, это также могут быть полутона. При работе с полутонами пользуйтесь штриховкой по форме плоскостей, либо плавной, аккуратной растушевкой. Также обращайте внимание на контур головы и на силуэт вашего портрета в целом. Если вы работаете с темным фоном, вы можете добавить тональный контраст. Самое главное, не рисуйте фон отдельно от портрета. Начинайте работать с фоном от границы формы. При работе с полутонами следите за тем, чтобы они не были темнее теней. Возможно, в данном случае вам придется добавить контраста в тени, либо немножко высветлить обозначенные полутона. Также, добавляя полутона, вы можете смягчать границы между светом и тенью, которые наглядно присутствуют в конструктивном рисунке. При работе с падающими тенями, которые нередко являются продолжением собственных, старайтесь не выделять падающие тени сильно контрастно и не рисовать их отдельно. Всю область тени можно объединить в единое пространство и немножко разделить их тонально. При верхнем освещении наиболее контрастными падающими тенями будут тени в области глаз и под носом. При работе с мягким материалом не работайте им в полную силу. Лучше сделать слабый нажим карандаша и при необходимости в конце работы усилить нужный тон. Но если вы перетемните свой рисунок на первом этапе при работе с углем либо сепией, то будет довольно сложно убрать лишний тон. И даже если вы его уберете, ваш рисунок потеряет легкость и выразительность, которая, безусловно, сказывается на эффектности вашей работы. Обратите внимание, что при работе с тоном я акцентирую внимание на тех же самых участках, которые я подчеркивала в своем конструктивном рисунке. Если этого не делать, то обозначаемый вами тон будет просто набором пятен, никак не связанным с формой. Помните, что тон в портрете играет вспомогательную роль и позволяет подчеркнуть ту форму, которую вы рисуете, если только он не оправдан какими-то художественными задачами. Также не забывайте про возможности линии. Границы предметов либо отдельных форм вы можете делать при помощи очень тонкой и деликатной линии. Для сравнения можете обратить внимание на то, как я выполнила конструктивный рисунок и то, как я работаю с портретом. Здесь я использую все возможности линии, где-то делая их максимально тонкими и светлыми, а где-то акцентируя их контрастно и четко. Если у вас не получается сделать тонкую линию, убедитесь в том, что ваш карандаш достаточно острый и позволяет ее сделать. В процессе работы может потребоваться точить карандаш несколько раз. Это абсолютно нормально. Особенно это касается мягких материалов, поскольку они стачиваются быстрее, чем графит. При работе над деталями также может потребоваться ластик. Для этого его также можно заострить. Также не забывайте про освещение и те плоскости, которые повернуты к свету, делайте более светлыми. Те же, которые находятся на скользящем свету, будут, соответственно, в полутонах. Для того, чтобы понять, какие из плоскостей будут повернуты к свету, не забывайте про конструктивный рисунок. На завершающей стадии рисунка вы также можете добавить какие-то характерные для данной модели детали. Это может быть некоторая асимметрия в форме или какие-то особенности частей лица. Может быть даже какие-то морщинки, если вы рисуете, например, пожилого человека. Но все эти элементы должны быть второстепенными и добавляться только тогда, когда вы уверены, что в целом форма обозначена правильно.
При рисовании шеи старайтесь не делать на ней сильный акцент, особенно если вы рисуете женскую модель. При работе с этой областью можно поместить шею в легкий тон, для того чтобы показать, что она находится дальше от источника освещения. В данном случае при верхнем освещении шея будет находиться в легком полутоне, что я и показываю в своем рисунке. Также эту область можно обозначить линейно, без излишних подробностей и тональных контрастов. Вместо этого лучше подчеркнуть контраст на нижней границе головы, поскольку голова находится в другой плоскости относительно шеи. И при верхнем освещении там обязательно будет находиться тень. При рисовании уха также не делайте на нем слишком большой акцент и не прорисовывайте его так же подробно, как, например, глаза. Здесь самое главное – верно разобрать основные тональные пятна в соответствии с формой. Ну и так, чтобы общая тональность уха уступала по контрасту остальным частям лица. Вы также можете обозначить эту форму линейно, как и шею. Как видите, область волос я оставила на самый последний этап. На первом этапе обозначив только общую форму и характерное направление прядей. При рисовании волос ни в коем случае не пытайтесь прорисовать каждую волосинку. Обозначьте главные пряди. Следите за ритмами и акцентами. Не прорисовывайте все одинаково. И не забывайте про форму и про наличие условных плоскостей. В завершение своего рисунка проверьте, чтобы все тональные контрасты были распределены верно, в соответствии с иерархией. И сделайте акцент на глаза. На завершающем этапе вы можете добавить блики и даже ресницы. В своем портрете я не буду рисовать ресницы, поскольку они не играют роли для выразительности данного портрета. Также при работе над рисунком и при его завершении не старайтесь прорисовать все от и до. Помните, что лучше легкая незавершенность, чем переделанность и вымученность вашего рисунка. Если вы грамотно и поэтапно ведете рисунок и вовремя исправляете все ошибки, то совершенно не обязательно перегружать его тоном. Легкость в рисунке может только добавлять выразительности вашей работе. Эффектным завершением вашего рисунка может служить какая-то хорошо проработанная деталь. Безусловно, в портрете такой деталью являются глаза. Но помните, что при работе с деталями очень важно выполнить их максимально выразительно и точно. Если вы сделаете ошибку при рисовании, например, уха, то это будет далеко не так заметно, как ошибка в рисовании глаз. То же самое касается и других деталей. Например, прядь волос, брови, ресницы или даже какая-то родинка или морщинка на лице. Все это может служить своего рода вишенкой на торте. Но для того, чтобы это смотрелось красиво и гармонично, уделите этому достаточно внимания. Также деталью может служить какой-то предмет одежды, либо даже ваша подпись на рисунке. Итак, на этом наш урок подошел к концу. И давайте кратко пройдемся по основным этапам. Начала я с рисунка черепа и поэтапно от больших пропорций выполнила такой вот рисунок. В первую очередь он важен для ознакомления. Прежде чем переходить к рисованию головы, очень важно понимать форму черепа. Именно поэтому мы выполняем подобные рисунки. Следующим этапом служит конструктивный рисунок головы, который нежелательно пропускать, если вы хотите рисовать портреты выразительно и эффектно. И сначала мы выделяем более крупные плоскости и постепенно переходим к более мелким. Здесь также полезно порисовать отдельные части лица в виде конструктивных зарисовок. Это поможет вам понять форму, проанализировать ее особенности и закрепить полученные знания. Также при работе над конструктивным рисунком можно добавить дополнительный объем. Но, безусловно, для того, чтобы переходить к объемному рисованию, нужно иметь представление о том, как распределяется свет и тени на формах. И все эти навыки мы используем при рисовании портрета живого человека. Последовательность ведения работы при рисовании портрета такая же, как и при работе с конструктивным рисунком. Но здесь важно более деликатно работать с материалом, для того, чтобы вспомогательные линии и оси вам не мешали в работе. И чтобы вы могли сделать их более светлыми и тонкими в процессе рисования. Также обращайте внимание на работу с линией и тоном.
Повторю, что очень важно выбрать хорошее освещение для того, чтобы ваш портрет был достаточно выразительным, поскольку освещение может как подчеркнуть плоскости, о которых мы говорим при работе над конструктивным рисунком, так и наоборот сделать их непроявленными. Например, если мы засветим портрет со всех сторон, то все плоскости, которые мы показываем в конструктивном рисунке, будут для нас в одной тональности. Безусловно, если вы никогда не рисовали портрет, то, посмотрев данный урок, он будет для вас только лишь ознакомительным. Но если вы хотите научиться рисовать портреты также выразительно и профессионально, то записывайтесь на наши курсы, посвященные данной тематике, где мы подробно разбираем каждый этап и уделяем ему достаточно внимания. Ссылки на данные курсы вы можете найти в описании к этому видео. Если этот урок был для вас полезен и интересен, то напишите об этом в комментарии, а также вы можете задать ваши вопросы по данной тематике, либо предложить темы для других наших видеоуроков. И на этом я с вами прощаюсь. С вами была я, Евгения Банник, и онлайн-школа Академика. До встречи на наших курсах и мастер-классах. Онлайн-школа Академика благодарит вас за просмотр. Если вам понравился наш урок, то обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Все это помогает нам в продвижении этого и других наших роликов. И, конечно, подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеоуроки.